друзья! Сейчас мы вам покажем интересные истории, которые произошли в этом сказочном цветочном городе, где живут коротыши. Да-да, маленькие человечки. Человечки в домике на улице Колокольчиков жили 16 коротышей-малышей. А рассказал нам об этом наш друг-писатель Николай Носов. Самым главным у коротышей был Знайка. Его так называли, потому что он очень много знал. А знал он много, потому что читал разные книги. Его все любили и слушались. Самым ленивым был малыш по имени Незнайка. Он не учился, не трудился, а целыми днями слонялся по городу и сочинял разные небылицы. О, и много же всяких приключений было у этого Незнайки. Если он брался за какое-нибудь дело, то все получалось шиворот на выворот. По сути, он был не такой уж и плохой малыш и очень хотел чему-нибудь научиться, но не любил трудиться. Однажды Незнайка попал в еще худшую ситуацию. Когда Знайка изобрел и построил с друзьями воздушный шар, все полетели на нем. Приключение закончилось плачевно. Незнайка приложил к этому свои усилия, незнание. Горячий воздух остыл, шар упал, все вывалились из корзины, ушиблись. Их увезли в больницу зеленого города, где жили одни малышки-девочки. Можно тревога, братцы, в честь протеста споем наш гимн! Давай!
делают зарядку по утрам. Трудятся на грядке, убийца прошки, теперь уж точно. Забираем макию ромашки. Представьте себе такого вот конца.
сердце от счастья порог. Ах, глаза у синей глазки, вы у неба взяли краски, и небесной красотой синий взор сияет мой. Стоит где-нибудь мне появиться, озаряются радости лица. Да чего ж ты прячешь, себя забою, каждый всюду тебя узнаю. Я стараюсь казаться простой, незаметную и простую, совершенно как будто простую. Ну а сердце ликуя мое,
Когда загрустим, то без